Welcome to my life. Hola, ¿cómo estás? Всем доброго времени суток. Меня зовут Стеф. И в этом видео я просто вышел с вами на перекус. А перекус у меня такая вот пицца, на которой мало начинки. Кто смотрит мои короткие видео, знает то, что мне доставщики привезли пиццу, а на ней очень-очень мало начинки, и я добавил сюда сыр, авокадо, помидор. Вот, ну и я думаю, что будет так повкуснее. На самом деле, на канале уже 89 тысяч подписчиков почти, или 88. И мне очень приятно, что люди подписываются. Хочется как-то из канала сделать что-то очень интересное. Но в то же время, что может быть интереснее обычной повседневной жизни Сайтамы в реальной жизни. Поэтому я уже кушаю на камеру, брею голову, отвечаю на вопросы. Уже кушаю вместе с вами на постоянной основе. Ну, если кто-то кушает, тому приятного аппетита. Холодильник работает громко, но это не помеха для того, чтобы покушать еще авокадо к пицце. Ну очень, потому что она мало начинистая. И вообще, когда остается батон, так его не особо хочется есть, ну булка, а с начинкой такой. Такой начинкой просто классно. И чуть сыра. Что-то я слишком тонко. Ну ладно. На ней, в принципе, есть сыр. А то будет слишком сырно. Не упало, потом уберем. Вот, так что всем респект. Кто смотрит, ставит лайки. Видеоролик появится у нас. Прям как только я его выложу, прямо сейчас, банально, через 10 минут буду выкладывать. Вот, соответственно, давайте еще укусим и будем завязывать, потому что 3 минуты. Вы пока у меня смотрите ролики только по 3 минуты, уже есть по 12 минут, да. Авокадно-сырная. Все, ребятки, с вами был Стеф Хэппи, see you в моем видео, adios, всем пока-пока.